я рекомендую потреблять информацию, всегда имея задачу. То есть, когда вы употребляете информацию для того, чтобы решить какой-то вопрос, которым вы озадачены, то тогда вы уже естественным образом отсекаете ту информацию, да, которая на это не играет, и вы, соответственно, естественным образом начинаете погружаться. А дальше он как воронка затягивает, потому что у вас дефолт-система все себя загружает, она раскручивается, и дальше она уже сама будет определять, что вы, даже вам близко не захочется ни на что отвлечься, потому что вы будете вовлечены в решение, как бы у вас начнет складываться интеллектуальный объект решения этой задачи, и вы будете очень как бы вовлечены в этот процесс.